На мировых рынках углеводородов продолжается снижение котировок. Нефть марки Brent упала в цене до минимальных значений за последние 11 лет. Впервые с июля 2004 на торгах за баррель сегодня давали 36 долларов 17 центов. По мнению экспертов, на рынок давит переизбыток предложения, а также недавнее решение ОПЕК не сокращать квоты на добычу. Впрочем, к вечеру цена на нефть чуть поднялась до 36 долларов 31 цента.